Я нахожусь на Монастырской 12, Полтава Нафтогаз управление. Поступил звонок минут 30 тому назад, что здесь заминирование. Но быстрее всего, что будем надеяться, что ничего страшного не произошло. Но я вижу, здесь полиция обгородила кругом тротуары. И скорая, МЧСовцы здесь, все ведут свои работы. Ну, будем смотреть, что будет происходить дальше. Я только что выяснил, где именно какое-то устройство заложено, неизвестно. То есть был звонок, сказали, что заминировано, где именно, неизвестно. На данный момент в здании все кабинеты открыты. Оставили всех, кто внутри был, работников эвакуировали. И МЧСовцы по всем кабинетам ищут устройство, если оно таковое и есть. Прибыла выбуховая служба. Ну, я слышал, что хотят кинолога еще вызвать с собакой. Сейчас я допускаю, что с собакой уже приехали. Сейчас буду смотреть. Что самое интересное, что некоторые начальники некоторых отделов требуют настоятельно, чтобы их пускали в здание, в кабинет, несмотря на то, что есть угроза. Люди до конца, наверное, не понимают, что происходит, чем это чревато. Ну, идут на такой определенный риск. Несмотря на заграждение, я вижу, люди ходят все равно, проходят. Они не догадываются о том, что, ну, заграждение, нельзя ходить. Вижу, прибыли кинологи с собакой, геройской нашей собачкой, которая выполняет свои обязанности, ну, спасает нас. Сейчас собака и кинологи будут делать свою работу. Начали с внешнего обхода здания. Будем смотреть, что дальше. Ну, кинологи с собакой пошли в здание, будут проверять здание. Что, не нашли ничего? Пока нет. Вроде не выявлено. Ну, кинологи говорят, что не нашли ничего, прошли по всему зданию, по всем кабинетам, просмотрели. Но здесь ситуация такова. На входе стоят ряд видеокамер, пропускная система довольно жесткая. Поэтому из посторонних людей тяжело, чтобы сюда кто-то попал в здание. Работники из этого здания удивляются вообще, как можно даже допустить такую мысль. Но все-таки надо перепроверять. Сейчас идет процесс составления актов. Все службы дают свое заключение об исследовании здания. То есть выбуховой техники, кинологи, следственная группа составляет акт, подписывают, что все нормально. Но я вижу, что работников уже начали пускать, в здание начали люди заходить. Но все равно полдня как бы здание было парализовано, работы не было. Ну, имеем, что имеем. Эпопея закончилась довольно быстро, службы сработали качественно. Будем надеяться, что ихняя работа не прошла даром. И наверняка здесь ничего нету. Ну, вот такой вот репортаж у меня получился.